Предновогодний день обращен в России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Сейчас на месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. По последним данным, в доме было прописано 111 человек, еще 9 снимали жилье. Известна судьба 52 человек. Из них 4 погибли, 16 эвакуированы, в том числе 7 детей. Госпитализированы 4 человека, в том числе 2 детей. 28 человек вышли на связь. Судьба 68 жильцов пока остается неизвестной. Взрыв произошел сегодня около 4 утра по местному времени. В результате обрушился целый подъезд.